Приветствую, друзья. Вот решил записать еще один вариант по перегонке анимации из 3D Max в Object Builder. Наш знакомый персонаж, боец, так сказать. Сейчас мы его будем перегонять. Так, выделяем весь объект. Идем в экспорт. Экспорт Select. И указываем наш путь. Где у нас папочка 3. Так, ну и соответственно так и назовем. И выбираем формат FBX. Сохранить. Так, смотрим, аним галка стоит. Окей. Окей. Запускаем наш Object Builder и подгружаем данную сценку через импорт FBX файл. Так, тут выбираем, оставляем все как есть, и scale такой же. Так, Object Builder задумался, так что необходимо определенное время, чтобы он отчухался. Так, вот наш боец. Ну, как вы видите, все к ебеням разлетелось. Так, смотрим. Ну, короче, анимация не проигрывается. Вот, в принципе, на этом и все. До новых встреч!